Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Ива Бакига, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 14 февраля, день влюбленных. Поздравляю всех, свою Машеньку поздравляю. И тебя тоже. Друзья, устали, наработались, пришли на качок. Вчера вечером вышел на канале Владимира Маликова ролик о проблемной зимовке 2022. Пересмотревший его ролик, конечно, хоть это пчелы и не мои, но, конечно, Жалко, да, Машенька правильно подобрала слово. Очень жалко, потому что картина печальная. Кто не смотрел, можете посмотреть на его канале этот ролик. С этим данным товарищем мы периодически общаемся, спорим иногда друг другу что-то подсказываем и тому подобное. Соответственно, ну, поддерживаем контакт. В комментарии я ему писать ничего не хотел, так как без меня вчера ему, наверное, достаточно прилетело. Также и звонить ему не хотел, так как понимал, что ему не до меня вчера, так как он просто-напросто не ожидал той картины, которую он увидел. И сегодня, ну, после того, как посмотрел ролик, у меня же тоже есть определенные семейки, которые на 20 января мне не нравились, как сидели, которые получили оценку 0 или минус. И, друзья, решил тоже посмотреть. Но перед тем, как посмотрим свои, я неоднократно Владимиру говорил, что такой метод зимовки, ну, как по мне, он в корне неправильный, именно метод холодной зимовки. Но он всегда утверждал, что ему так больше нравится и у него так больше зимует. Ну, я и дальше не хочу ни в чем его переубеждать. Тем не менее, я выражаю свое сочувствие, так как действительно, во-первых, и легло пчелосемей, а те, которые не легли, конечно, немного уже, скажем так, подпоносили, что тоже не есть хорошо, так как зимовать еще надо. Но тем не менее, сейчас посмотрим вместе с вами. А Владимиру хочу сказать, ну, стоит как-нибудь действительно уже задумываться и искать вот эти причины. Я не буду говорить, как надо, как не надо, но тем не менее, я думаю, что он меня поймет. Сейчас вместе с вами посмотрим. Давайте сначала посмотрим те семейки, которые имели минус в тот момент. Они сидели как-то так, что мне уже в тот момент не особо нравилось. Но исходя из ситуации, я понимал, что с кормами там все нормально, что просто рыхловато сидели. Ну, это первая семья, 15-я, которая получила оценку 0. Ой, минус. Минус. Это 15-я семья. Сейчас вместе с вами посмотрим. И может и у нас уже проблемы. Ну нет, семья сидит. Да, она расползлась до сюда. Может, конечно, тут уже и с кормами. Ну, хотя это все корм. Да, но это как была не очень интересная семья. Так она и остается. Так она и остается. Но с кормами. Тем не менее, тут еще и они есть, и эти-то крамочки вообще, они кормовые. Ой, ой, Машенька, помоги. О, пчелок. Да, пару пчелок потеряли. Эти-то крамки вообще кормовые. Но, тем не менее, надо будет, будет какая-нибудь погода, может немного переформатировать гнездо и поставить эти кормовые рамочки, ну, как бы передвинуть немного гнездо. Так, сейчас, прошу прощения, кто-то мне звонит. Так, я потом перезвоню. Так, вторая семья, которая имела оценку минус, это H92, но это она далеко. Вот 16-я тут имела оценку 0. Посмотрим ее вместе с вами. Ну, это тоже сидит. Ощущается небольшое тепло. Но, тем не менее, сидят нормально. Вот даже тут еще есть корм. И тут есть корм. Корма там есть просто. Но нету никаких следов поноса и какой-нибудь такой явного большого ажиотажа. Ну, давайте еще где-нибудь здесь что-нибудь посмотрим. 17-я семья имела оценку плюс, но только тут 5 рамок. Потом аж 44-я семья. Давай, Машенька. 44-я это тут. Это 5 рамок имела семья, но сидела так под знаком 0. Ну, тут все нормально, сидят, продолжают сидеть.
Да, они просто на пятёх рамочках. Угу. Да, все тут нормально. Ну, давайте еще идем к 92-й. Она тоже имела оценку минус. И тоже всего лишь на пятёх рамочках она сидела. Ну, она так и продолжает сидеть. Угу. Да, она оценку минус получила так, как она просто-напросто скоротилась. А ну, Машенька, что-то теперь уже и не 5 рамок, а уже только 4 осталось. Уже осталось только 4 рамки пчелы. Сейчас мы посмотрим еще на дно. Почему они сейчас скоротились? Или их просто в пятой улочке было мало? Или они сыпятся? Нет, они не сыпятся. Их действительно в этой семье мало. Ну, друзья, на это есть явные причины, я о них рассказывал. Так что, почему я назвал так проблемная зимовка? У нас в этом году она не является проблемной зимовкой. И по большому счету, мы вот сколько пчеловодим, мы для себя поняли золотое правило. Как постелишь, так и ляжешь. Как сберешь пчелиные семьи в зиму, так они у тебя и будут зимовать. Ну, просто, ну, не хочу, чтобы Владимир на меня обиделся, но тем не менее. Давай еще, Машенька, посмотрим, просто выбрать на какие-нибудь семейки. Те, которые никак не были позначены. Вот, например, вот это. Ну, видим, сидит, она занимает 6 рамок. Это тоже сидит. Давай куда-нибудь туда. Ну, вот так. Не знаю, как комментировать. Не хотелось бы, чтобы Владимир на меня обижался. Не знаю, как подобрать слова. Но тем не менее, я буду обращаться к другим людям, не к нему, а к другим. Даже не знаю, все равно это косвенно прилетает и в его сторону. Ладно, ребята, не буду ничего комментировать. Знаю одно, что, ну, как по мне, вот как пчеловоду, с моей практикой, с моим результатом, скажу честно, метод холодной зимовки, он очень специфический. И с ним можно, конечно, потерпеть крах, скажем так. Если же вы хотите так зимовать, вырабатывайте как-нибудь технологию, которая все-таки позволяет это делать. Друзья, не могу подобрать слова, не хочу, чтобы Владимир на меня обиделся. Все, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.